Видео подготовлено каналом Уроки ТВ из раздела «Центральная симметрия», номер 502. Начертите в тетради прямоугольник и постройте его центр симметрии. На сторонах прямоугольника возьмите какие-нибудь три точки и постройте симметричный им относительно центра симметрии. Мы построили прямоугольник. Взяли три точки А, Б и С. Центр симметрии мы нашли. Он находится в точке М, точке пересечения красных параллельных линий сторонам прямоугольника. Найдем точки, симметричные точкам А, Б и С. Точки А относительно центра М симметрична точка А1. Эта точка получилась при пересечении линии, проходящей через точку А и центр симметрии, со стороной нашего прямоугольника. Аналогично найдем точку С1. Это будет точка, которая пересекла сторону прямоугольника линии, проходящей через центр симметрии. Аналогично точка B1. Мы построили точки, симметричные относительно центра симметрии. Центр симметрии – точка М. На сторонах прямоугольника отметили три точки – А, Б, С. Затем отметили симметричные им точки относительно точки М. Это точка А1, Б1, С1. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.